Всем привет, ребята. Продолжаем открывать ширпокейсы. Скоро наша 30-дневная эстафета уже подойдет к концу. Сегодня у нас какой? День 22, по-моему, да? Если я не ошибаюсь. В общем, как я говорил, будет сегодня прокрутка колеса, открытие фрикейсов на камеру. И у меня был бонус с предыдущей прокрутки колеса. Это вот такой вот один бесплатный скин от до 500 рублей. То есть условия какие? То есть от 30 до 500 рублей может еще выпасть скин. Я сделал пополнение. В общем, давайте посмотрим, что там выпадет. Получено. Успешно. Так, что же там выпало? Что же там могло выпасть? Так, давай крутанем колесо и потом глянем, что может выпасть. Там кто-то мне в комментарии кинул свой промо-апгрейд. Что за апгрейд? Один предмет для апгрейда до 150 рублей. И что? Так, давай. Условия DevSupin при минимальном выполнении доступ пополнения. Минимальная цена 20 рублей. Дроп можно использовать только в апгрейде. Нихуя не понял. Ну-ка, получить. А, пополнить надо. Что-то я... Так, доступен примерно в... Ладно, хер, я не буду сейчас разбираться, что там за херня это. Так, давай посмотрим, что мне за скин... То есть, подожди, это мне вот это вот выпало? Что нормально. То есть вот выпали беретки за 190 рублей, но... Так, а что если дроп можно использовать только в апгрейде? То есть я его могу только проапгрейдить, больше ничего с ним сделать не могу, продать я его не могу. Давай сразу с апгрейда начнем. То есть я его вывести... А ну-ка, вывести могу, интересно. Так, давай попробуем вывести в ожидании получения. Так, давай в ожидании получения. Нет, я не могу его вывести, похоже, да? Запросить. Да, я его вывести не могу, значит, сапгрейдим. Если мы его сейчас заапгрейдим. Заапгрейдим. Так, давай что-нибудь рублей за... Ну, за 300 попробуем. Посмотрим, что здесь у нас. А что тут такое? Аук нет. Аук нахер, уже задолбались эти ауги меня. Ауги, береты, эмки, элитная калаш. Калаш какой-нибудь или... Ну, давай вот это, сколько процент? 56,7. Ну, посмотрим, давайте, в общем, сразу. Как зайдет апгрейд сейчас? А, ну, зашел. Охереть. Слушай, ну, нормас. Ну, нет, конечно, я больше пробовать не буду. Идите вы нахер. Идите вы нахер. Пробовать я больше не буду. Так, а его-то могу я этот скин теперь вывести или нет? Ну-ка, смотри, вот этот я могу вывести. Ну, нормально, да, так получается, слушай. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. То есть мне еще нужно два скина выбить каких-нибудь. И тут, это, наверное, будет самый дорогой контракт, который мы будем делать вообще. То есть, который я буду делать с ширпокейсов. Так, чё, какая стратегия? Давай пока эти бесплатники пооткрываем, а я подумаю, как мы сегодня будем открывать. Вчера мы открывали по два быстро, и 9-минутный ролик получился... А, я поверил, что сейчас нож выпадет. Угу. А, ну, вы, короче, видите сами. То есть, вы видите сами. Это фрикейс. Это фрикейс, то есть, с него вот это вот падает. Давай еще открываем. Наверное, сегодня по три быстро откроем. По три быстро откроем. И ну, тут гроза. Не, ну, если ты гроза опять за 300 рублей, то есть, это прям нормально. Ну, хер с ним, за 200, да? То есть, это нет. За 2,99. Так, что тут? Ну, тут гроза, наверное, да? Нет, алоха. Ну, алоха так алоха, за двадцатку тоже все. Вот, ну, погнали. То есть, по три откроем быстро. Мне нужно, по сути, давай глянем, сколько выбить осталось. 4, 6, 8, 1. Нужно выбить один скин. В общем, сейчас мы сперва выбиваем скины. По три быстро открываем, выбиваем скины. И если, конечно, выбиваем, потому что я не уверен, что, конечно, у нас получится там, да, что получится, конечно, выбить что-то. Ну, видали? То есть вообще нулина, нулина полная. То есть по три быстро. Ну, видео, значит, будет это рекордное, да. Хотя бы, наверное, правильнее было бы, конечно, пора 50 что-то 3,
А, ну тут не дотянули, да, значит не считается. А, правильнее, что я хотел сказать. То есть, если мы открывали по 10, там, например, карточек, там, опять за 39, не тот. А, по 10 карточек открывали медленно, потом карточками открывали. То есть и по 10 было бы быстро открывать. Ну, сами понимаете. Открывать по 10 быстро, это был бы, ну, просто, ну, моментальный слив. То есть это просто моментальный слив был бы. Сколько она? О, нет, еще что-то есть там, да, что-то еще есть. Еще не так все плохо, да, как может показаться с первого взгляда. Ну, ничего не дает, смотрите, вообще. То есть сегодня я открываю с утра. Да, в принципе, я вчера с утра открывал. Выходные. Выходные можно с утра открыть. Ну, особо-то, ну, как бы и не сильно сливает, да. Ну и особо-то ничего интересного и не падает. Ну, по крайней мере, фрикейс порадовал, да, снова скин там. А то там, может, скажете, что все там врешь с фрикейсов, там, типа, тебе там падают скины такие. Нет, ну вот, сами видели. То есть, реально, с фрикейса что-то вытащить. Итого получается у меня сколько пополнения. Ну-ка, подожди. А, ну, все, сейчас мы заканчивать уже будем. За 2 дня я закинул пятихатку. Получается, вот 307 сделал и 103. Ну, это вот то, что бонус выпал, да, 307 и 136. 440 там рублей, да. Минус. Ну, то есть, если еще какой-то там. То есть вполне бы 2 скина там можно было забрать по 300, это окуп, ну, по 39, по 40 там. Вот херня, сами понимаете. То есть у меня аж не эта цель там. 2 скина забрать. Ну, рекорд. Идем на рекорд, идем на рекорд. То есть это будет самое короткое видео, что, безусловно, не может не радовать, потому что, вот, ну, посмотрим. Завтра мы попытаемся сделать рекорд на 10, но медленным открытием. По 10, но мы будем открывать это медленно. Так, опять за 39, это херня. Нет, не хочет, смотри, еще меня как бы это. То есть сайт сопротивляется, да, я пытаюсь свалить с него. То есть это, слить по-быстренькому и свалить. Пойти там в игру, в игрушку другую поиграть. Но он говорит, хер, открывай, падла, я тебе нож, конечно, не дам, но мозг потрахаю твой изрядно. Так, ну, говорит, мозг тебе я выдрачу. Так, на 2 даже не хватает. А зачем я... Ой, опять закосматил, короче. Ну, сорян, ребята. Сорян, ночные операции, но он дорого не стоит все равно. Да, он дорого не стоит. Ну, на 3 хватает. Зато на 3, смотри, выпало, да? То есть за 5 все. Так, на 2 хватает. Открываем. Ну, опять на 3 переходит. А, на 3 не хватает, да? Ну, ладно. За 12 опять. Ну, как бы такой. 5 все. На 1 осталось. Давай быстренько. И все, ребята. Мы... Нет, еще мы не идем нахер. Ну, точнее, не мы, я. Да, вот теперь я иду нахер. Так, давайте посмотрим. В общем, что... Ни хера толком. То есть, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. На 9 только. Ну, не выпало. То есть, с кейсов не выпало. То есть, сами все видели. Баланс слит. Ну, сегодня я промик на 30% активировал, да. Возможно, если на 40% еще бы там одна дополнительная попытка была. Ну, это все херня. То есть, покрутили мы с вами колесо. Что там с колеса? Бонус, бонус колеса. То есть, апгрейд какой-то. Но это я позже разберусь. Апгрейд для... Один предмет для апгрейда до 150 рублей условия. Я не понял, конечно, дроп можно использовать только в апгрейде. Максимальная цена. А, мне, скорее всего, выпадет предмет. Это вот как за 500 был там до 500. А здесь от 20 до 150 рублей выпадет один предмет, который можно использовать только в апгрейде. Херня, короче, полная. Нахер мне это не надо. Вот. В общем, все видели сами. Сегодня, скорее всего, я поставил рекорд, что, безусловно, радует. Все, ребята, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВК, пишите ваши комментарии, отзывы, положения, предложения, кидайте ваши промики. Все, всем пока, до новых встреч.